Привет! Мы расскажем вам обзор про спрей Супер Банана. Это не игрушка, но это еда. Вот, мы купили сегодня хотя бы в точный раз в деревне. И вот, хотя бы я точно помню, что мы купили на рынке. И с мамой, и мы купили две. Значит, я потратил 100 рублей. Именно две, значит... 40. Эта еда стоит 80. Ну, примеры. Пора узнать, что это такое. Значит, казахский я не знаю, но я могу прочитывать русский. Значит, спрей банан. Напиток безалкогольный, не газированный, со вкусом банана в пластиковой упаковке. А вот изготовитель в Китае. Zhejiang Gana Food Company Ltd. Номер 199 Xiaogao West Road Xiaoman Street Renzhou District Ningbo Zhejiang Province PRC China Китай. А переведен он в Москве, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, помещение 4, да, корпус 1. Эврика. Ну, это интересно, хотя бы можно попробовать всякую вкусную ерунду, которую хотят дети, но... Я могу попробовать эту игрушку сам. Хотя бы как это открывается, но не знаю, но открывается вот так. И с тех пор я могу и жрать такое дерьмо, но хотя бы я могу попробовать, хорошее это или гадкое. Так, крышка прозрачная, но дырочка невидимая, это странно. Но я нашел круг, значит дырочка. Вот, я попробую на вкус. На вкус как банан, но... Но кислые с ягодами. Значит, это ягода кислая, но вкус банан, но... Это... Похоже на кислоягодное. Значит, это такая игрушка может существовать во время создания 2000-х годов. Это значит, начало 21 века. Вот почему. И непрерывно этот вкус может увлекать тем, которые дети любят. Много сахара очень, но полезно. Да, это банан, но вот так можно попробовать. Упаковку можно снять, но, конечно же, я не могу, но вы сами попробуйте. Теперь подпишитесь на мой канал и... Если вам нравится, жмите на лайк, а если нет, то не смотрите больше это видео. Скоро увидимся, с вами Лерк Багорович. Скоро... Пока!